Тюменский октябрь всего за неделю заставил поверить в то, что чудеса случаются. Такого теплого начала месяца в наших краях в 21 веке еще не было. Уже поставлен первый метеорекорд. Сейчас температура воздуха в областной столице на 7 градусов опережает климатическую норму. Обычно в октябре бывает всего 3 градуса тепла. А в этом году несколько дней подряд, вопреки календарю, столбики термометров поднимались выше плюс 20. Сегодня аномальная погода понемногу начнет приходить в себя. И фантастических цифр на термометрах мы не увидим. Хотя даже плюс 10 обещаны в четверг синоптиками, для середины осени просто подарок. А подарки надо принимать с благодарностью.